Здравствуйте, это Ice Bucket Challenge. Меня зовут Георгий Лебедев. Подставу эту сделал Григорий Печкисев. Как многие знают, акция эта организована в поддержку фонда по борьбе с редким заболеванием БАС. Это боковой амиотрофический склероз, а также известный как болезнь Шарко. Но многие в нашей стране не знают, в какой фонд нужно перечислять деньги. Потому что фонд этот американский, и многие участвуют в этом, просто устраивают шоу. Но мало кто знает, что в нашей стране есть люди с этим очень редким заболеванием. Они живут совсем рядом с нами. Один из таких людей — это Марат Гарипов. Он живет в городе Гатчина. Это спортсмен, каскадер и актер, который 9 лет болен этой болезнью, и сейчас он полностью парализован, и ему очень нужна ваша помощь. Поэтому мы хотим, чтобы была альтернатива для перечисления денег, и вы могли помочь, мы могли помочь конкретному человеку, больному этой болезнью. И вы на экране можете видеть его координаты, данные карточки в Сбербанке. И я был у него несколько дней назад и могу подтвердить, что человек очень нуждается в нашей помощи. Больше ему никто не поможет. Я прошу присоединиться свою жену Лилию, чтобы мы могли сделать... Иди сюда. Принять этот вызов. Подойди. Мы вызываем Дениса Опрятного, Бориса Павловича и Виктора Зубарева.